Масштабное студенческое мероприятие в Центре культуры «Родина» посетил мэр Анапы Сергей Сергеев, который поздравил студенческое братство и вручил лучшим из лучших заслуженные награды. В Анапе два губернаторских стипендиата – Артур Багдасарян и Алена Грохотова, студенты Анапского филиала Гуманитарного университета имени Шолохова. Мэр Анапы Сергей Сергеев вручил отличникам сертификаты, подтверждающие право называться лучшими студентами Кубани. Всего в крае 10 таких умников и умниц. В вашем возрасте, знаю, какими заботами вы сегодня живете. И какой вы хотите видеть Анапу, край, Россию в самое ближайшее время. Конечно, все это предстоит сделать вам. И сегодня, поздравляя вас, я хочу пожелать вам, чтобы все, что вы задумали, хорошее, светлое, у Алены в этом году произошло еще одно знаменательное событие. Она вступила в ряды партии «Единая Россия». Студенчество – самая прекрасная пора, я думаю, потому что это то время, когда ты можешь раскрыться, показать себя, реализовать какие-то свои планы, возможности. Я не планировала, вообще не знала о том, что есть, в принципе, у нас губернаторская стипендия. И просто занималась своим любимым делом, я активно участвовала в разных мероприятиях. Вот. И за это время получала грамоты и различные сертификаты. Со сцены в этот день азартно звучал гимн молодежи Кубани, а в зале решили поэкспериментировать и обойтись без привычных зрительских рядов, организовав просторную площадку, где студенты могли и концерт послушать, и при желании в пляс пуститься. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион.